Всем привет! Меня зовут Татьяна. Немножко хочу рассказать о себе. Думаю сначала о своих корнях. Мой прадедушка был иконописцем. Дед занимался гончарным ремеслом, имел свое производство. Видимо, отголоски прошлого как-то сказались и на мне. И, то есть у меня появился интерес к творчеству. В детстве я пошла в художественную школу. Затем, уже в более взрослом возрасте, я, значит, окончила Международную академию как модельер-конструктор женской одежды. Далее высшая школа кукольного дизайна Светланы Воскресенской, как художник-кукольник, художник по фарфору, куклы из паперклея и скульптурный текстиль. Брала уроки у французской и голландских художниц. Следом ЗНУИ, Народный университет искусств, факультет декоративно-прикладного искусства. Также школа живописи при МГАХе имени Сурикова. Онлайн-обучение в Академии живописи и Гранд-живопись. В подмосковном городе создала художественную студию «Русская художественная кукла», где лично обучала кукольному искусству, ну и, соответственно, были выставки учеников. Сама принимала участие в выставках в ЦДХ, в Лондоне, ну, где-то еще. Далее, значит, мои куклы переросли в более, скажем так, объемные скульптуры, если их можно назвать скульптурами. Это садово-парковые скульптуры из армированного бетона, очень объемные, от 2 до 5 метров. Вот несколько лет я занималась этим. Ну, а теперь, конечно, у меня интерес к живописи, он не пропал, я стараюсь самосовершенствоваться. Ну и как вам сказать, как вот из кусочка мертвой глины появляется что-то живое, интересное, смотрит на тебя, диктует свои условия. Также и на холсте рождается что-то от тебя самой, то есть частичка твоего «я», в которую вы сами можете заглянуть и, так сказать, познать мир, который мы вам представляем. Что хочу сказать? Желаю всем участникам творческих успехов, естественно, побед и, как всегда, творческих полетов. Всем-всем-всем удачи! Спасибо!